Привет всем, привет, ребята, это исследователь. Сегодня хочу показать, как используют Windows to Go, переносную Windows 10. Давно я хотел это посмотреть, но что-то руки не доходили. Что вам нужно? Компьютер с USB 3.0 желательно. Эти требования вполне правомерно, иначе будет все мега медленно работать и вообще не работать. Флеш-память 32 гигабайта минимум. У меня 16, и там сразу не хватает места. Кое-как она запустилась. Но даже не пробуйте. 32, USB 3.0. И быстрая должна быть. Здесь вот это флеш. 100 чтения, 20 запись. 20 мегабайт. 100-110 чтения. И то ее не хватает. Медленновато Windows работает. То есть найдите что-то побыстрее. Так, давайте. Вот здесь записано. Посмотрим на скорость. Записывается долго. Эта флешка записывалась, ну, раза в 2-3 по сравнению с обычной какой-то записью на нее, потому что много файлов мелких. Минут что-то 15 вот так вот. Причем на такую нормальную более. Это более-менее нормально, я считаю, по скорости. Так, сейчас я включаю. Вначале надо выбрать, конечно, загрузку. Ну, у меня это F12. Так. Блин, нет, у меня проскочил Windows тот. Значит, я просто нажал и держал. Значит, надо несколько раз нажимать. F12. Меню должно выскочить. Вот, выскочило. Тут мышь даже работает, что ли? Ух ты, я не знал. Так, здесь вот, ну, SanDisk, либо UEFI SanDisk. Так, ну теперь уж мы с нее грузимся. Ну, нормальная вещь, вполне можно использовать переносной. Единственное, вот проблема со скоростью. Естественно, как вы загружаете, потом на флеш, потом он 3 раза перезагружается, устройство определяет. Не думайте, что он сразу загрузится. Разрешение меняет. Тоже сидишь там, там около 15 минут, получаса. Подзавис разок. Ну, просто перезагружайте. Так, сейчас давайте время посмотрим. Ну, более-менее нормальное время загрузки. Сам Windows медленновато шевелится. Так, сейчас прошло около минуты. Смотрю на часы. Так, да, минута. А, ну вот. Почти что, да? Сейчас проводник запустим. Минута 15. Нет, нет, что-то грузит, еще не дает проводник открыть. Можно ее активировать. Ну все. Минута 30. Ну от минуты до минут 30. Неплохо. Единственное, вот подтормаживает, когда что-то открываете по сравнению с обычным жестким диском, либо SSD, конечно, это чувствуется. Ну, наверное, какие-то есть USB-флешки побыстрее. Или переносной USB-диск взять, USB 3.0, 2,5 размера. Я попробую. Так, все. Все нормально. То есть вы можете такой секретный Windows какой-то с собой носить. У него там парольчик поставить, и все. Если, например, ну, вам нужно
от государства бандитского что-то скрыть, то вот такой переносной Windows. Зашифруйте его битлокером, либо VeraCrypt. Хотя, конечно, это, наверное, на производительности сейчас скажется. Не знаю, я попробую, когда как будет работать зашифрованный. Сейчас не могу сказать. Так работает сейчас средненько. Ну, нормально, можно сказать. Так. Ага. Вот он все-таки так открывает не сразу. Windows 17.09, последняя версия и сборка. Еще этот номер. Так что нормальная идея. Раньше что-то мне не срабатывало, что ли, не получалось. Хотел я как-то годик-два назад попробовать. Нормальная штука. Сейчас попробую другой компьютер вставить, поиспользовать. И зашифровать, потому что сейчас не зашифровано. А это неудобно. На этом все. Спасибо. Пробуйте сами. Windows to go переносной 10. Нормально работает. Единственное требование USB 3.0, самое быстрое USB флеш, не менее 100 чтения, 20 запись, память 32 минимум. На этом все. До свидания, ребята. Пока. Так. Давайте выключение еще посмотрим. Кнопку я нажал. Это... О, видите, все-таки так медленно у вас там, мне кажется, реагирует. Все. Ага. Ну, нормально, нормально. Еще USB флеш-то у меня такая, можно сказать, простенькая. Всем пока.